Вот она запеканочка прямо из духовочки. Привет, друзья! Сегодня приготовим овощную запеканку. Для этого нам понадобится 3 столовых ложки сливочного масла. Мы его потом растопим. Значит, 2 баклажана, 1 яйцо, кабачок. Этот кабачок большой, наверное, мы используем где-то его половину. Подойдут патиссончики, вот такие, как, допустим, 2 баклажана где-то вот так размером. Молоко нам понадобится 2 стакана, 100 грамм сыра, помидорчики, картошка, соль, мука и перец. Давайте готовить. Первым делом нарежем баклажаны, потому что нам нужно будет их смазать солью, чтобы выделился сок, ну и баклажан при этом избавится от горечи. Такими же кругляшками нарезаем кабачок, помидорчики нарезаем также кругляшками. В общем, все мы будем резать кругляшками. Нарезаем картошку, натираем на мелкой терке сыр. Теперь включаем духовку на 180 градусов и начинаем готовить соус. Нам нужно будет обжарить муку со сливочным маслом. Растапливаем масло и потихонечку всыпаем муку. Обжарить нужно до такого как бы золотистого цвета. Муки нужно 2 полных столовых ложки. И добавляем 2 стакана молока. Если есть комочки, их нужно размять. Помешиваем на медленном огне, пока соус немного не загустеет. И по вкусу можно добавить сюда зелень, чеснок. И остужаем его. То есть нужно подождать, чтобы оно стало такое тепленькое. Теперь промываем баклажаны от соли. И будем укладывать все в противень. Смазываем противень растительным маслом. Пока у нас остывает соус. Потом в соус нужно будет добавить яйцо в остывший. Потому что если в горячий, то белок свернется и как бы не то получится. И укладываем наши овощи. Как бы внахлёст. Таким образом. Чередуя там картошку, баклажаны, помидоры, кабачки. Картошку, баклажаны, помидоры, кабачки. Все это солим, перчим по вкусу. В соус добавляем яйцо,
И хорошенько перемешиваем. И аккуратно распределяем по поверхности запеканки. Чтобы он полностью ее закрыл. Сверху посыпаем сыром и убираем в духовку на 25-30 минут до румяной корочки. Вот она запеканочка прямо из духовочки. Запеканочка в разрезе. Готовьте очень вкусное, полезное блюдо. Приятного аппетита!